Дорогая Татьяна Викторовна, мы поздравляем вас с днем рождения. Хотим выразить благодарность и сказать, насколько вы для нас важный человек. Федерация ушу России подготовила видеопоздравление, чтобы порадовать вас в этот день. Надеемся, что вам понравится. Спасибо за то, что вы играете важную роль в успехе сборной команды России. И что с каждым годом наша команда становится сильнее, лучше, является одной из лидеров в мировом рейтинге. Спасибо вам за то, что даже в самые сложные и трудные периоды нашей жизни вы всегда рядом, помогаете и поддерживаете. Спасибо за то, что, несмотря на вашу загруженность и сложный график работы, вы всегда найдете на нас свое драгоценное время. Спасибо вам за ваш вклад в наши достижения, за ваш неимоверный труд и преданность любимому делу. Мы это очень ценим и всегда будем за это благодарны. Спасибо за то, что вы проходите весь спортивный путь с каждым из своих спортсменов. И на протяжении этого пути вы всегда остаетесь рядом и мотивируете работать над собой, чтобы стать лучше. Спасибо вам за то, что всегда стараетесь предоставить нам все самое лучшее. Благодаря этому у нас есть возможность тренироваться в условиях, которые не уступают условиям лучших сборных мира. Спасибо за то, что вы для нас всех являетесь примером идеального тренера. Спасибо за ваш креатив и полную отдачу своему делу. Спасибо вам за то, что всегда находите нужные и ценные слова, которые помогают нам преодолеть все трудности и идти к поставленной цели. Для нас всех вы являетесь огромным примером профессионализма и самоотдачи. Пусть ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями, благодарностью, новыми победами и любовью. Дорогая Татьяна Викторовна, поздравляем вас с днем рождения! И в этот день от души вам желает быть всегда сильной. Ты неповторима! Новых побед, первых мест достижений и олимпийской надежды свершения. С днем рождения, Татьяна Викторовна! Пусть все ваши желания исполняются по покорению алых парусов. Татьяна Викторовна, с днем рождения! Шен-Жи-Хуайла! От лица Московского областного регионального отделения разрешите поздравить вас с днем рождения и пожелать вам спокойствия и умиротворения в этот радостный день. Мы желаем вам счастья и много улыбок, успешных спортсменов, благополучия и дальнейшего процветания в спорте и в жизни. Сегодня праздник вашего рождения. Успехов новых и побед желаем. Примите искренние поздравления от всех спортсменов Пермского края. Уважаемая Татьяна Викторовна! С днем рождения! Татьяна Викторовна, Амурская область желает вам женского счастья, тепла и заботы. Уважаемая Татьяна Викторовна, от Хмао Ягры хотим поздравить вас с днем рождения. Желаем успешной реализации творческих идей и замыслов. И крепкого сибирского здоровья. С днем рождения, Татьяна Викторовна. От имени Федерации ушу Кемеровской области желаем продолжать светиться счастьем, заряжать им родных и близких. Уважаемая Татьяна Викторовна, от всей сочинской команды поздравляю вас с днем рождения. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам творческих успехов, любви и благополучия. Желаем сборной команде России новых побед и отличных учеников побольше. С днем рождения! Татьяна Викторовна, мы вас любим. С днем рождения! Хатын кыз бахеты, тынык сәлемәтлек, мәхәббәт телибез. Сезгә унышлар, тормыш иминлегә һәм тынычлык. Тегездә зур сабырлык. Каршыларның җиңүләре сезнең тырышлыгыгызга ахласын. Сезнең интеллигент хыяллар шуңа ашачак. Все, чего добилась в спорте, сколько б не было побед, я обязана вам, тренер. Строже вас и мягче нет. Вам желаю достижений, новых радостных заслуг. Поздравляю с днем рождения. Вы пример, наставник, друг. Дорогая Татьяна Викторовна, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо за вашу неиссякаемую энергию. Желаю новых благодарных учеников и крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Татьяна Викторовна, дорогая Таня, от всей души поздравляю с днем рождения. Здоровья, счастья. Вы тот человек, без которого мне крайне сложно представить свою жизнь. Ведь я всегда чему-то у вас учусь. Я не перестаю восхищаться вашей красотой, умом,
чувством юмора, эрудицией, тем, насколько вам удается всех всегда держать в тонусе и, конечно же, в вашем фантастическом трудолюбии. Счастья, любви, спортивных достижений еще, и не одних, а многих. И всегда помни, что у тебя есть надежное плечо в виде Нижневартовска. Целую, люблю. От всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам как можно дольше вести этот корабль под названием «Сборная России» к новым успехам. С днем рождения! С днем рождения, Татьяна Викторовна! Желаю вам счастья, здоровья и всего самого лучшего. По вас очень сильно скучаю, надеюсь, что скоро увидимся. Мне очень приятно, что в моей жизни вы являетесь ключевым человеком, как мои близкие, родные люди. И очень важно, для меня важно, что я могу обратиться к вам по любому поводу, и вы тот человек, который мне всегда поможет, подскажет и поддержит. Спасибо, что вы есть, спасибо, что мы умеем дружить и умеем работать вместе. И надеюсь, что наш альянс в будущем будет таким же хорошим и таким же перспективным и продуктивным. С днем рождения! Мы, команда города Москвы, говорим вам спасибо! Всей командой, дружной нашей, мы желаем вам удачи. От души вас поздравляем и здоровья вам желаем. Пусть в труде и жизни личной сложится все на отлично. В праздник честно обещаем, что и мы не подкачаем. Тренера не подведем и рекорды все побьем. С днем рождения! Ну, в день рождения Татьяны Викторовны надо сказать следующее. Во-первых, надо ее поздравить. Сказать: не болей, живи долго, будь такой же красивой, такой же талантливой и хороших учеников пожелать. Это первое. Второе, я Татьяну Викторовну знаю лет 30. Она не только моя воспитанница, но и несет те идеи, которые я закладывал в школу, в федерацию, в сборную команду. Так что она в полной праве наследует традицию. Есть такая хорошая китайская история наследования традиции создания школы. Вот важно не просто создать школу, а еще ее кому-то передать. Вот у меня это получилось с Татьяной Викторовной. Как сказал в свое время Сергей Владимирович Кириенко, если бы у всех были такие Татьяны Викторовны, жизнь была бы гораздо легче. Так что с днем рождения, желаю жить долго и хороших учеников.